Мужчина, вооружившись автомобильным диском, бьет по стеклам машины, другой, вероятно, владелец, пытается остановить разъяренного сотрудника шиномонтажного сервиса, но тот только приходит в еще большую ярость. Нам удалось пообщаться с героем видео, но свое лицо он показывать не захотел. По словам Челнинца, клиенты мастерской сами спровоцировали конфликт. Ну, вчера работал, приехали ребята там, с Средней Азии, попросили домкрат, баллонник, все дал, объяснил им, что сперва болты надо расслабить, потом домкратом пользоваться. Раз сказал, два сказал, третий раз подошел, опустил сам. И вот и началось, он меня послал на три буквы. Вот вся потасовка. Первым с кулаками бросился пассажир Гранты. Защищаясь, сотрудник сервиса схватился за первый попавшуюся под руку, рассказал мужчина. На ровном месте посылает на три буквы, приезжий гастарбайтер какой-то, проявляет неуважение, мне как бы это не понравилось. Я считаю, оскорблять человека как бы вообще неприемлемо. Из национальности, разреза глаз, это неправильно. Тут проспект дружбы народов, как бы. И лозунг у нас такой, дружба народов, это главное богатство Татарстана, как бы я считаю, мы должны в мире жить. В итоге урегулировать конфликт удалось без полиции, сотрудник шиномонтажа оплатил половину за ремонт транспортного средства. Остальную сумму должен вложить пассажир, из-за которого случился конфликт. Руслан Бекмухаметов, Сергей Бильданов, Новости Челны ТВ.